кто бы ни был, по роду моей службы меня могут оговаривать. Работа у меня такая. Хоть как, но сталкиваться, людей наказываем. Куда деваться? На основании закона, конечно, в соответствии с законом. Я не первый, я не последний. Ну, просто говорят, что это не первый случай у вас. А, есть случаи. Какие случаи? К всему нужны быть доказательства. Сегодня доказательства есть. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в избиениях одного из задержанных принимал участие 33-летний старший участковый уполномоченный Ныропского отделения милиции. Вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности будет решен в ближайшие дни. Наказание, которое может грозить драчунам-полицейским, от 3 до 10 лет лишения свободы.